Увеличить свои вложения в 7 раз всего за одну неделю – это реально! С помощью новой услуги сайта спортивных прогнозов goldprognoz.ru «Большая семерка». Переходите на сайт, смотрите описание в соответствии. Валенсия. У мяча Дани и Халк. Бицель с мячом. Это работа для Дзюбы. Дзюбы, но его опережает защитник. Перес, пас на левый фланг. 21-й Андре Гомеш. Удар! Кастер стал лучшим бомбардиром сборной Испании в отборочном турнире к чемпионату. Дзюба выиграет. Халк с мячом. Шатов в центре. Халк делал передачу Шатову. Теперь Дзюба. Шатов. Офсайда нет. И 1-0. Олег Шатов. Не разобрались защитники. А Шатов опять делает эту замечательную мини-микро. Не добрался, он дошел до Халка. Да. Офсайда нет. Вот мы видим. Вот как раз второй номер-то как раз и позволил «Зениту» забить этот мяч. Номер 17. Команда. Да, Канселу. Португалец сплоховал. Ну а Шатов, браво Шатов. Смотрится турнира Лиги Европы и Лигу Чемпионов. Кубок УЕФА был. Можно бить. Удар! Эх, такие большие ошибки у Валенсии. Ну, вы посмотрите, беспрепятственно пробивает, ну, с 20 метров. Попади в угол. А здесь уже Нетту. Неточный пас. Абденур, пас налево. Гая с мячом. Еще дальше на левый фланг. Удар поворотом. Ладыгин на месте. Кришета. Смольников здесь. Удар. 17 лет. Но он сейчас был на острие. Точно. Там Гарабил. Но на подборе Вицель. Атака продолжается. Удар. Рикошет. Дзюба не побежал. Интересно. Но это тема, конечно, для газет. Но сейчас у нас прямая телетрансляция. И смотрите, как раз Паколь Касарок. Да, как раз он, 9-й номер. Вот он фигулита, как сыграл. Так что потенциал там Халк. 6-6 возвратилось игроков. Дзюба. Чуть не достал он конеча. Карай рядом со штангой. Попади в угол. Кстати, к Уралу. В этот же угол пробивал, попал в ворота. Здесь Гарай не попал. Но видели, как рядом пробежал, пролетел мяч со штанг. Халк. Дани на левом фланге Шатов. Можно с ним сыграть. Халк побежал в штрафную. Дани развернулся. Юсупов. Вицель. Позиционная атака. Перешли на позиционную атаку. Шатов убежал. Пас низом вдоль ворот. Но здесь расчет. Данило. Вот он с мячом. Нет, это сейчас. Ох, какой удар с дальней дистанции. Сцена продолжать эту встречу, но паузы нету, поэтому и помощь ему оказать не могут. Гая пытается защищаться. Дани с мячом. Шатов. Дани. Дзюба. Это гол. Дзюба. Сотворил сейчас Дани. А как здорово подыграл Олег Шатов. Какой красивый комбинационный гол. 2-0. 75-я минута. Как этот гол был нужен. И он произошел. Нет, это удар в ближний угол. Ладыгин на месте. И Шатов, и Дзюба. Ну и что же Халк? К вопросу о табло. Шатов! Забег Шатова! Он уже в штрафной! Фол последней надежды, нет? Красная или желтая? Красная! Вот что такое рывок Шатова.
уносят Шатова, что-то он хотел сказать. Он получил по ноге, больно, но не надо. Тот уже получил такой ранний. Но он, видимо, знает скоростные возможности Шатова. Ведь если бы дал поближе, то Шатов бы просто шел на обыгрыш. Ушел с поля. Халк. Удар! Ух! Манул вратаря. Не получилось. Но замысел оценим. Он как.